Привет, друзья! Сегодня я решил показать вам и сам проэкспериментировать. У меня вот здесь собрана мотокоса Aliomac 42. Шпонки на маховике нет. Я не знаю, сколько она проработает. Как раз хотел посмотреть, она все равно пойдет под разборку. Поэтому просто интересно проэкспериментировать, насколько хватит работы. Вот я теперь без шпонки. Шпонку на маховике обрезала. И вот сейчас я ее заведу, попробуем, посмотрим, насколько хватит такой работы. Как собирал я двигатель, есть в предыдущем видео. Как там посадил маховик на фиксатор резьбы. Все работает, не знаю, конечно, сколько такой способ проработает, но в основном держит, конечно, маховик держит конус, а не шпонка, поэтому такой способ имеет право быть, но я не знаю, насколько он долговечен. Так что всем, кому понравилось видео, лайк, кому не понравилось, дизлайк, подписываемся, комментируем. Всем пока!